Более явно это можно увидеть на графиках лосс-функций, в которых очевидно, что переобучение при баллочной нормализации наступает уже на пятой эпохе, и качество начинает ухудшаться. Очень интересный вопрос, почему качество ухудшается так сильно, а на графиках сетка все еще лучше предсказывает, чем, например, стандартный Лионес с тангенсом. Ведь тут мы по валидации очень сильно перепрыгнули тангенс, то есть мы предсказываем гораздо хуже. Дело в том, что переобученные сетки, они очень уверены в своих ответах. То есть если мы берем сеть непереобученную, и она предсказывает неправильно с вероятностью 0,6, то переобученная сетка будет предсказывать неправильно с вероятностью 1. И, соответственно, ее кросс-энтропия будет огромна. Здесь мы видим то же самое. На этом графике можно увидеть еще одну контринтуитивную вещь. Если посмотреть на красную и зеленую кривую, то видно, что красная кривая переобучается, а зеленая еще недообучена. Но красная кривая отвечает за 2 свертки 3 на 3, а зеленая за 1 свертку 5 на 5. То есть мы хотели двумя свертками 3 на 3 уменьшить количество весов и уменьшить возможность сетки для переобучения, а сделали наоборот. И из этого можно сделать вывод, что все рекомендации являются некоторыми эмпирическими фактами, которые могут не воспроизводиться на конкретно вашей задаче, на вашем датасете.